Если вы хотите узнать, как защитить свой аккаунт от взлома, то канал Bullmafia TV – то, что вам нужно. Канал специализируется на проверках различных магазинов с аккаунтами и пин-кодами по игре Warface. Так что, если вам интересно знать, в каких магазинах можно покупать и быть уверенным, что вас не кинут, а в каких вас просто обманут на деньги. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Канал действительно полезный и достоин вашего внимания. Всем привет, дорогие друзья, с вами Уник, и сегодня я бы хотел восстановить рубрику, которую я начал около 4 месяцев назад, но снял один выпуск и про нее забыл. Суть этой рубрики очень простая, я скручу коробочки за варбаксы, ну, потому что на кредит у меня вряд ли хватит столько денег. Кручу коробки, и ваша задача угадать, что же я выбью. Под прошлым выпуском вы написали более 400 комментариев и оставили кучу лосей. Надеюсь, под этим выпуском будет их не меньше. Объясню правила для тех, кто не знает. Я кручу по 15 коробок каждого вида оружия за варбаксы. Это, например, калаш, дигл, там, АВМ, ну и так далее. Суть вы поняли. Всего 10 видов. И ваша задача написать в комментарии сейчас перед тем, как я начну крутить, соответственно, а что же я выбью, так сказать, предугадать. Так что те, кто желает поучаствовать, то спускайтесь в комментарии, пишите, и мы, в принципе, начнем. Если что, ставьте на паузу, напишите, потом продолжите смотреть. В общем, всем приятного просмотра, в конце я, соответственно, вернусь и подведу итоги. В общем, ребят, падают последние 5 коробочек, и я думаю, тут решится судьба некоторых. Да, в общем, последних 5 мне ничего не выпало. Очень обидно, конечно, то, что опыт тратится впустую. В общем, за этот выпуск мы выбили Дейвика 7 в количестве одной штуки. Затем мы выбили А12, ну, тоже в количестве одной штуки, и АК-47. Вот такие вот у нас сегодня выпали пушки. Ну что ж, ребят, всех тех, кто угадал хотя бы одну из пушек, я искренне поздравляю. Ну а тех, кто угадал сразу 3 оружия, которые я выбью, то я просто не знаю, какой вы везунчик. В общем, спасибо всем за просмотр, спасибо за участие, если вы принимали участие, если нет, то, как бы, я даже не знаю, ждите следующий выпуск, потому что вы, в принципе, ролик-то посмотрели, уже все знаете. Ждите выпуск, если поддержите данный ролик лайком, то такие видосы будут выходить чаще. В общем, всем спасибо за просмотр, всем пока.